Оля, как ты думаешь, сколько может стоить целый набор посуды из 27 предметов из стали 18/10 и с пятислойным термоаккумулирующим ферромагнитным капсульным днем? Ну вот смотри, вот буквально недавно ходила в магазин, вот такая большая кастрюля. Да, вот такая же добротная по весу. Она стоит 2,5, ну 2600 с чем-то. Ну, грубо говоря, 2500 рублей. Друзья мои, 6,5 литра вы получаете. 3,9 литра. 2,9 литра. Следующая и кастрюля, и ковш. 2,1. Вы получаете сковородку. Она же сотейник, она же форма для выпечки. 24 сантиметра в диаметре. Вы получаете лопатку, шумовку, половник, вилку, специальную ложку для спагетти. Внимание, вы получаете две бакелитовые подставки. Внимание, вы получаете фритюрную сетку и получаете специальный набор для специй. 27 предметов. Это стоит миллион. Нет, это стоит не миллион. Это стоит 5999 рублей. Сегодня для вас действует специальная, самая выгодная цена и бесплатная доставка. Набирайте номер телефона прямо сейчас, у нас ограниченная партия. Оль, ну комплектаций бывает очень много. Пойдемте со мной, я просто сейчас докажу. Самое главное, чем отличается этот набор посуды от обыкновенных, то, что здесь качественная повышенная теплопроводность. И я в прямом эфире вам сейчас докажу. Пойдемте. Так. Друзья мои, у меня подготовлены две кастрюли. Одна, которая у вас, это вот такой результат, вы знаете. Мы сейчас будем проверять отличия. Ну и далеко не будем ходить, мы приготовили каши. Казалось бы, в нашем наборе посуды и вашем. Смотрите, что происходит. Когда вы даже готовите в эмали, у вас происходит вот такое состояние. Пойдемте со мной. Мы выкладываем, и мы приходится нам лишний раз отмывать. Смотрите, это убираем. Давайте убираем. Смотрите, что происходит с нашей посудой. Эта посуда повышенная теплопроводность, а значит, здесь практически не пригорает, ну если только вот чуть-чуть можно просто отмыть. Посмотри, какое главное преимущество. Это идеально чистое. Слушай, а вот что такое теплопроводность? Давай расскажем нашим телезрителям. Внимание на экран. Повышенная теплопроводность – это высший пилотаж, я скажу, для кухни. В чем ее преимущество? Если обычная кастрюля, она просто с одной стороны только тушит или жарит, наша равномерно распределяет тепло по всей площади. А значит, у вас получается самый гарантированный результат. Потому что помимо вот эффекта глиняного горшка, к которому мы еще вернемся, мы еще можем здесь и тушить, и еще, естественно, и жарить. Смотри, мы приготовили, да, сейчас вы обыкновенные, друзья мои, в сотейнике потушили вот такую вот, рыбку под маринадом. Смотрите, сковородку мы использовали, естественно, как и сотейник. Сковородка, она же сотейник, поэтому у нас, смотри, рыбка не развалилась и получилось идеально качественно. Потрясающе, друзья, посмотрите, какой вместительностью обладает наша сковорода, сотейник. Но не забудьте, пожалуйста, что в комплекте за 5999 рублей только сегодня с максимальной выгодой 2800 рублей экономии вы получаете 27 предметов. Это полный набор для идеальных блюд из 27 предметов с бесплатной доставкой. Да. Олег, а ты не хочешь воспользоваться специями сверху немножко попершить, посолить? Да, естественно, могу. Кстати, в комплекте идет комплектация вот такая вот специально для специй. Также сделана в едином стиле из нержавеющей стали, но остается нам только добавить. Давайте рассмотрим следующее, друзья мои. Поговорим с тобой о многофункциональности. Смотри, мы заявили, что наш набор посуды имеет повышенную теплопроводность. Так. То есть, внимание, она гарантированно готовит идеально любой результат. Теперь я сейчас хочу показать. Смотрите, мы приготовили здесь суп, мы приготовили перцы, мы готовим пончики, потому что мы используем функцию фритюра, здесь идет в комплектации. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на меня, потому что нашу сковородку, она же сотейник, мы отправили в духовой шкаф. Гениально. То есть нам не нужна форма, а значит мы легко можем, например, запекать мясо или запеканку, или, например, можно приготовить всевозможные там, омлеты, то же самое. Подожди, наши телезрители должны увидеть это. Бакелит.
Нитовая подставка. Их целых две сегодня в комплекте прилагается к нашему набору. Понимаете, да? То есть это целый полноценный набор для полноценного удобства на вашей кухне. Мы создаем кухню вашей мечты по доступным ценам. Слушай, мясо хорошее. А теперь давайте посмотрим, как идеально. Смотри, мы прожарили с двух сторон, поместили овощи. Кстати, причем овощи также мы обжарили с двух сторон и отправили мясо в духовой шкаф. А почему оно у тебя такое сочное, не сухое? Почему? Все дело в том, что здесь я еще поместил овощи, и у меня не окислилось. Сейчас мы вернемся. Потому что здесь самое высшее качество стали. 18/10. Давайте посмотрим. Сталь 18/10. Это идеальная сталь, которая используется в авиастроении, кораблестроении, в космической отрасли. А самое главное, в медицине. 18 это наличие хрома, а 10% это наличие никеля, который придает блеск. Эту посуду, ну, она невозможна, чтобы она заржавела никогда-либо. Вот это мне очень главное, естественно, очень самое нравится. Ой, ну, мясо потрясающе. Вспомните, милые наши хозяюшки, когда вы последний раз запекали большой кусок мяса, как он получился? Суховат был или, наоборот, не доготовился? Вот как найти ту самую золотую середину? Ха! Нужно не золотую середину искать, нужно золотой набор приобретать, в котором можно готовить самые вкусные блюда, и всегда результат будет 100%. 5 999 рублей. Полный набор для идеального приготовления с бесплатной доставкой. Оля, ну возвращаемся к нашему набору посуды, потому что здесь отличается от обычного то, что здесь имеет 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте сейчас посмотрим сам результат. Взгляните, мы здесь готовили перцы. Когда вы готовите обычно перцы в обычной посуде, как правило, у вас происходит, что перец отдельно, мясо отдельно. Или голубцы. Посмотрите, здесь равномерно идет эффект томления благодаря 5-слойному термоаккумулирующему капсульному дну. Давайте посмотрим, как оно устроено. 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно – это профессиональное качество. Раньше, в 80-е и в 90-е годы, за ним гонялись лучшие рестораторы мира. Теперь, наконец-то, доступны и вам. А значит, вы легко можете, например, проявить фантазию и потомить, как в настоящем глиняном горшке, в отличие от обычной посуды. Олег, да. Все, конечно, очень хорошо, но хранить все это невозможно. Пойдем, на маленькой кухне. Я тебе с удовольствием расскажу, как вы храните обычно такую посуду. Вы думаете, что разместить ее невозможно. И вы думаете, ну что, здесь? Ну, нету. Олег, если бы ты меня спросил, где мы будем размещать эту посуду, я бы тебе сразу ответила. Точно, как минимум, в одной или даже лучше в двух ячейках. Да. Вот так? Ну. Нет, я предлагаю совершенно другое. Маленький ящик, который мы видим наверху. Посмотрите, как легко размещается ваш набор посуды из стали 18/10. 27 предметов именно наверху. Согласитесь, это большая выгода. Конечно, это очень компактно, так что не переживайте, друзья. Это только так кажется. 27 предметов. Где это все хранить? Элементарно. В маленьком ящичке. 5 999 рублей. За эту стоимость вы могли бы приобрести, конечно, ну, Олег, 2-3 кастрюли. Так. Ну, никак не 27 предметов. Знаешь, что мне нравится? Мне нравится, что здесь все в едином стиле. И даже вот эта солонка, перечница. Да. Класс. Главное, что из стали 18/10 и по доступной цене.